Громче, громче, громче! А прямо сейчас, в честь праздника, здесь прозвучит отрывок из мюзикла «Призрак». Опера в исполнении творческих коллективов Казанского федерального университета. Под ваши аплодисменты. Ваши аплодисменты. Эльвира Авзалова, Илья Захаров. Оркестр Казанского федерального университета под руководством Юрия Исаковича Когана и хореографический коллектив Казанского федерального университета. Ваши аплодисменты. На сцене со своим поздравлением самая крупная внутренняя лига вузов в стране, лига КВН Казанского федерального университета.
Встречайте! Лига КВН КФУ представляет... Со своим поздравлением мы начинаем КВН. И первыми свой подарок готова показать сборная КФУ по КВН на татарском языке 32 августа. Только мы, настоящие татары, худеем стабильно один раз в год, потому что ураза. Татары! Ну и для начала давайте представим. Бабушка, которая пересмотрела Первый канал. Тунеядец. Алкоголик. Санкции. Русский хотел заказать роллы, но случайно попал в настоящий татарский суши-бар. Суши-лав, суши-лав, суши-лав. Это су, это ши, это лав. Заказ. Привет, Лар. Привет, Лар. Что будет, Лар? Мы будем унаги-маки. Извините, унаги-маки нет. Есть ознакайки-маки. Курбанки-бердыки, ой-ой, их уже нет. И губадия. Так подождите, губадия, это же не роллы. Там же рис есть. Так, стойте, давайте мы просто пиццу закажем и все. Сейчас соединю. Пицца, да что ж такое-то, а? Только мы, настоящие татары, построили самый лучший футбольный стадион в России. Не для того, чтобы там играть в футбол, а чтобы провести чемпионат мира по водным видам спорта. 32 августа. Рахмат! 210-летием родной университет поздравляет команда КВН «Ветер дует». Добрый вечер! Перед вами команда, в которой играют 4 адекватных человека и 1 дурочка. В смысле? Ребят, миниатюра, представьте, мягкая игрушка подавилась. Я люблю тебя. Представьте, что было бы, если бы фразу «абонент не отвечает или временно недоступен» произносил не робот, а человек. Абонент не отвечает или временно недоступен. Подожди, подожди! Это очень важный звонок. Скажи, он в метро или у него просто зарядка села? В метро, наверное, не знаю. Ну тогда хоть ты ответь, у меня всего 30 секунд. Итак, кто правил Швецией в 17 веке? Вариант А. Карл I. А сейчас давайте перенесемся. Ребят, я за кулисами ракушку нашла. Послушайте звук моря. Пахлава, чучхела. Алеша, сынок, выйди из воды, уже все губы синие. Ну-ка, миля. Продолжаем праздновать. Команда КВН, сборная друзей. Дорогой зал, ну что, подружимся? Холода, и каждый из нас может заболеть. Но парни и девушки болеют по-разному. Итак, давайте посмотрим, как болеют девушки. Дорогая, с тобой все в порядке? Да ничего страшного, сейчас молочка с медом выпью. На ночь парацетамольчик, все нормально, не переживай. А теперь давайте посмотрим, как болеют парни. Что случилось? Вызывай нотариуса, завещание буду составлять. Какое завещание? Давай градусник. Подожди, он еще не все показания снял. Давай сюда. Ой, по ощущениям градусов 45 будет. Какой 45? Написано 37,2, ну. Это самая опасная температура, самая летальная.
Чего ты мне такое говоришь? Может быть, это связано с тем, что мы сегодня к моей маме едем? Нет, эти два события никак между собой не связаны. Ну ладно, тогда отменяю. Алло, мам. Ну да, мы не приедем. Ну Тимур заболел, как же тут? Может быть, вы к нам? Ну да, хватай папу и приезжайте. В смысле папа заболел? Yes. Какой я... Большое спасибо! Продолжаем дарить праздничное настроение. Самая динамичная команда лиги. Трое из ларца. Ну что, поехали! А мы понаблюдали и выяснили, что танцорам придают уверенность их аксессуары. А теперь давайте посмотрим, что будет, если из индийского фильма убрать все песни и танцы. Раджеш, зачем ты обидел мою сестру? Тащ, тащ, тащ! Адив, я же твой брат! В фильме снимались Аditya Pancholi, спасибо, друзья! Добрый вечер, дорогие друзья! Что ж, перед вами команда конфедеральной со своим поздравлением для любимого университета. Let's go! Друзья, давайте посмотрим человек с очень странной эрогенной зоной. Ты чё, офигел? Иди сюда! А, чё это? Хорош! Наверняка каждый из вас знает, что на телеканале ТНВ многие передачи ведутся исключительно на татарском языке. Итак, давайте посмотрим. Ведущий татарин кулинарной передачи заболел, и на его место пригласили русского. Я слова не знаю! Два, как по-татарски говорить? Тише! Что говорить-то? Исанвасес! Миним СММ Сергей Дорофеев! Исамасес. Да, Бугин пятница. Исамасес. Я бы не заметил тебя среди миллион. Ну, давай, твори, твори, давай. Башлар үшін енді бізге кәштрюль керек. Кәштрюль. Какой простой язык, кәштрюль. Это кастрюля, кәштрюль. Насина. Онар үшін енді помидор. Помидор. Вообще не заморачивались. Томат, вот он, на тебе. Хэм соңыннан инде шүгіндір. Шүгіндір! Шүгіндір! Чок-чок-чок, чем не шүгіндір? А, хитрые татары, да? Шүгіндір! Чугендер. Чугендер ему видней. Браво. Хазаринда Башларышин, бізге кештрюльге мой салабыз. Конечно. Мой салабыз. Потом июль салабыз. Потом июль салабыз мягко. Друзья, все эти продукты можно в любое время года салабыз. Благо есть Пятерочка, Магниты. Десерт үшін бізге бол керек. Бау, Екатерина, шалалай, шалалай, шулулуй, шулулуй, бау, мега сезге. Я не волшебник, но... Біздің 15 минуты ты ош әзір, қалып қарайсыз ма? Әбі, ош бік тамны болды, рахмат! Дорогие друзья, знаете, в нашей жизни есть очень много вещей, которые являются, ну, просто неразделимыми. Так и мы считаем, что Лига КВН и Казанский федеральный университет – это вещи неразделимые. Именно об этом мы и хотим спеть. Давай, ребята! Эй! Если представить, что жизнь ворота –
кто КПУ кол туда зовет. Хоть прячься, хоть не прячься, мы с вами отмечаем юбилейный год. Давай, Селига! Ау, 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 с днем рождения КПУ. Ау, 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 нас нельзя разделять. Нас никак нельзя разделять, мы одно целое, приведем пример. Ты блондинка, мы Матисс. Ты Рубин, а мы Кара Денис. Ты желудок, мы счастливый билет. Ты бабуля, а мы яркий цвет. Ты певица, мы кадык. Давай! Ты центр города, мы голый мужик. Ты Инстаграм, а мы президент. Ты наш вуз, а мы твой студент. Лига КВН Казанского федерального университета. С любовью. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Самая многочисленная лига КВН, внутренняя лига КВН вузов в России. Лига КВН КФУ. Аплодисменты. Мы продолжаем, и сейчас со своим поздравлением на этой сцене появится выпускница. Это лучший голос страны, победительница первого телевизионного проекта «Голос», представитель нашей страны на Евровидении и заслуженная артистка Республики Татарстан Дина Гарипова. Встречайте! Change the path of time. What if I had the power to decide? What if I could make us unify? If I what if we would open up the doors? What if we could help each other more? What if I could make you all believe? If we what if we are. The answer lies within our hearts and minds. Together, together, together we can make a better place. On this little light and out of space. Together we can change the world forever. What if we
лет. Я поздравляю всех вас. Я желаю успехов, новых побед и двигаться все дальше, вперед, выше и выше и выше. С праздником! Ваши аплодисменты, выпускница Казанского федерального университета, лучший голос России, Зина Гарипова! Ну что ж, друзья, сегодня мы совершили экскурс в историю, и я надеюсь, что каждый из вас, посмотрев видеоролики, наши концертные номера и все это действие, открыл для себя что-то новое в нашем университете, познал какие-то новые аспекты его истории, сделал для себя какое-то важное открытие. Действительно, особенно первокурсники, которые только-только вошли в стены университета и несказанно счастливы и несказанно рады тому, что именно Казанский федеральный университет стал их альма-матер. И они именно благодаря педагогам, которые в стенах университета дают знания, станут великими умами, самыми талантливыми ребятами, самыми талантливыми людьми, которые будут прославлять университет, Казань, республику и Россию во всем мире. И это вы, друзья! Друзья, и перед тем, как прозвучит финальная песня, давайте еще раз мы посмотрим, насколько дружнее вы стали за эти два с небольшим, а может быть и два с большим часа. Номер один. Номер два. Ну и номер три. Отлично, отлично! Друзья, знаете, что бы ни случилось, КФУ всегда с вами. Неважно, через сколько лет вы будете вспоминать о нем, сколько лет пройдет с момента, когда вы закончите университет, альма-матер всегда с вами. Всегда с вами ваш ангел-хранитель. С юбилеем, КФУ! Мой первый друг. И от сияния глаз так тепло стало вдруг. Благодарим всею душой тех, кто проходит с нами этот путь большой. Вместе растем с вами, друзья. Счастье, что все мы здесь, как одна семья. Смелость, знание, сила, умение выигрывать честно, красиво, смекалка, находчивость в нужных моментах,
Это отличие наших студентов. И что бы в пути ни случилось потом, помни, дружище, всегда об одном. В какие бы ты ни отправился далее, твой ангел-хранитель тебя не оставит. Аплодисменты всем коллективам, принимавшим участие в нашем празднике. Оренбургский государственный педагогический университет. Уральский федеральный университет имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Дагестанский государственный университет. Башкирский государственный университет. Ульяновский государственный университет и творческие коллективы Казанского федерального университета! Мы еще раз поздравляем всех с праздником! С днем рождения, родной вуз! И давайте наградим аплодисментами наших артистов и проводим их бурными аплодисментами за кулисы. Всем спасибо! КФУ The Best, наш манифест!